Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня очередное видео покупки Ашан. Давайте поехали. Японские сканворды муж взял. Взяла вот такой календарик. Он 54. Вот именно в таком стиле. Вот они, картиночки. Вот. Вот этот подороже. Потому что он более, я не знаю, по 85. Вот видите, какие. Ну, это нам. Я еще на подарки буду календарики брать. Так, журналы у нас, получается, мистические истории. Все для тебя. Так, телепрограмма. Вот это мне нравится, актриса хорошая. Далее, взяла вот такой зефир Жизель с вафельной крошкой на 58 рублей, 274 грамма. Так, муж набрал свои любимые конфеты, называется Аконт. Рулик карамель. Килограмм 370, 418 грамм на 154. Сейчас со скидкой прокладки Натурелла. И такие, и такие. Я взяла ежедневные 3+ для мамы. 99 рублей. Сахар у нас 27 рублей. Брату взяла вот такую мочалку. 30 с чем-то рублей. Русалочка. Так. Конфеты чудо, сейчас со скидкой, так они 560, сейчас 379, 190 грамм на 75 рублей. А со скидкой сейчас Локолют, кому нужна паста, по 139, стоило 200, ну 70 рублей скидка. Я взяла антикарис, препятствует возникновению кариеса, реминерализирует, укрепляет зубную эмаль. Увидела Green Planet, раньше они маленькие такие миниатюрки продавали в Ашане. В этот раз увидела за 159 морские водоросли, минералы, пилинг, скатку, увлажняющий для всех типов кожи. Они без всяких парабенов, натуральные. Вот, решила взять. Мне она нравится вообще. Ну, марка Green Planet. Я раньше брала, но они маленькие были тюбики. Вот. Решили выпустить, наверное, большую упаковку. Так, взяла брату вот такую расческу. 109 рублей. Нормальная расческа. Взяла вот такие печеньки медовые со злаками. Они стоят у нас по 33. Сейчас чипсы Лейс. Вместо 90 рублей 64 они стоят. Две слойки с вишней по 23 рубля. 23 рубля. А Феликс не стала брать. Из Фикс Райса будут покупки. Взяла только желе по 21 рублю. Ну, вискас. Так, взяла вот такую лампу. Филипс не было. А нам нужно, чтобы она была прозрачная, как сказать, не матовая. Вот, 20 рублей вот такая лампочка стоит. Обычно не было Филипса, вот такой вот прозрачный. Я взяла хоть на запас, хоть какая-то, чтобы лампочка была, вот по 20 рублей, их не марки. Хоть они, ну, быстро перегорают, но чтобы хоть была, а то бывает, знаете. У нас как осень, все лампочки начинают перегорать. Так, мои любимые салфетки, 26. Там со скидкой еще ополаскиватель лесной, бальзам, там надо смотреть. Я взяла за 119, вот такой попробовать. Мне очень понравился. Моя любимая марка делает. Так, из покупок овощей и фруктов. Огурцы свежие прям привез, при мне выкладывал. 47 рублей килограмм. Килограмм 96, 52 рубля. Но толстая кожа, ее надо снимать. И они могут переморожены, потому что один день у нас был ночью минус 8. Могут долго не простоять. Так, получается картошка. Я взяла в этот раз картофель белый, мытый, по 24 рубля, на 38 рублей, килограмм 582. Так, бананы по 62 на 115, килограмм 826 грамм. Взяла груша конференц. Конференц у нас по 109, 634 грамм на 69 рублей. Так, и в этот раз взяли попробовать помидоры московские. Вот эти розовые томаты, они получаются на 106 рублей. Захотелось, холодно, снег, с дождем идет. Что-нибудь вкусненькое чаю. Взяла вот такие эклеры с заварным кремом, 106 рублей. Вообще мирель очень вкусные торты. Вот если будете выбирать, или от Палыча, или мирель. Ну, еще бывают там Добрынинский и так далее. Муж отхватил на килограмм 124 форель радужную. А до этого она, сейчас она килограмм стоит 500 рублей, до этого она стоила 700 рублей. Нам на два раза хватит, теперь нас получается больше народу. Вот такая, знаете, какая хорошая, ну какая здоровая, 500 лап. И, ну, кто нам взвешивал, сказал, очень вкусная рыба, берите, не пожалеете, целую здоровую взяли.
Ну что, я не знаю, все говорили, с 1 ноября подорожает молочка и крупа гречневая, как стоила вот эта 50 рублей, и ашановская 50 рублей так и стоит. Вот, но я не ашановскую беру, вот это мне очень нравится, 52 рубля. Так, грудка килограмм по 140, один для супа, один для собаки. Так, получается Мираторг охлажденное сердце говяжье на 854 грамма. Из йогуртов Слобода по 23 рубля вот такую взяли. Данон 37 рублей разные творожки. Эмергут по 19. Слобода с персиком 23. Набрала фрутис по 15,90. Вот такие. И себе взяла. И две с малинкой. Сейчас по акции вот такой паштет деревенский с печеной. 60 рублей что ли, егоревский. Вкусный. Так, яйца халяль. Не знаю сколько, вроде по 70 рублей. 10 штук. Давайте сейчас его уберем, посмотрим, как они выглядят, эти яйца. Ну, можно и в перекрестке, на самом деле, за 50 я нашла. Вот, обычные яйца халяль. Так, сейчас по акции Пава-Пава. 3 килограмма у нас вышло на 900 рублей. Так стоил Пава-Пава килограмм 400 рублей. А сейчас по 300 мы решили взять. Какая разница, можно заморозить. Извиняюсь за посторонние звуки, у меня идет стройка круглосуточно. В час ночи только заканчивают. Так, молоко 70 рублей. Ряженка 70 рублей. Подсолнечное масло до 50 с чем-то рублей. Вот, сейчас там на распродаже шампуни Фруктис, Лореаль, кому нужны. Вот. И со скидкой пена для бритья Нивея есть. Ну, давайте пробежимся по чеку. Так, получается ряженка, да? Форель, вот видите, филе большое на 902 по 300 рублей. На 114 груши. Так, эклеры 106, да, как сказала. В Ашане можно очень кондитерски дешевле брать, потому что в перекрестке, например, эклеры начинают от 170-200 рублей, если без скидок. Вот сумма покупки 5106 рублей, потому что получилось форель на 1124 и... Пава-пава, так бы, ну, 3000, потому что у нас и сливочное масло осталось, и макароны остались, ну, много чего осталось, вот. Там много со скидкой пельмени горки, халяль, пицца какая-то по 124 со скидкой, кому нужно. Вот, вот такие были покупочки. Жду от вас комментарии, подписку. И смотрите далее покупочки. Покупки в Останкино. Шейка свиная 2 килограмма 104. Тирольская вот такая колбаса. А папа может ветчина. В этот раз вот такую большую взяли. И грудинка на 225 рублей. Вот так она выглядит. И давайте по чеку прибежимся. Получается шейка у нас на 643 рубля. Ветчина 403. Тирольская на 162. И бекон по-испански 225. Адрес вот магазина. Покупки Пятерочка. Вот такая квашеная капуста, где-то на 119 рублей. Качан капусты, вот такой здоровый, 2600 на 44 рубля. Батон нарезной, две милки, по 50 рублей они, да? Кока-кола почем? 100 с чем-то. И мистер Рика майонез. Вот такие покупки из Пятерочки. Маленький заход в Фикспрайм. Мама захотела томатный сок. 55 рублей. А брату купила зубную щетку. Так, она стоит у нас 55 рублей. В Ашане, мне кажется, она 60 что ли стоит. Вот, тоже взяла. И себе протеиновый батончик 27,50. И висели 4 последние. Это уже третий фикс прайс. Я вот захожу. Ну, вы потом видите отдельное видео фикс прайс покупки. 55 рублей. Вот, одну толстенькую, одну эту. И подарить, и, ну и повесить на елку. Мне кажется, красиво. Еще серая. Вот, классная. Так что, вот такие покупочки с фикс-прайс. Покупки фикс-прайс. Такие станки. 99. Искала биг со скидкой. Но, к сожалению, двух фикс-прайсов нет. Жилет для чувствительной кожи 99. В Ашане такой 170. Даже 200 стоит. Стельки мама попросила 55 рублей. Фрискас один. И вот такую лапку попробовать взяла. Вот.
По 12,50 вроде они. И Феликса даже нету, даже на складе. Какой-то ужас.